Всім доброго дня. З вами я, Дмитро Науменко, один з членів програмного комітету конференції FW Days. Це наш талісман конференції Ліана. Вона сьогодні з Лимонами і буде витискати весь сік сьогоднішньої конференції для того, щоб ви насолодилися доповідями наших спікерів. Сьогодні наш день розпочинає Антон Тітов з своєю доповіддю про fault tolerant workflow on Orchestration on PHP. І розкаже про те, як ми. Будуємо системи, як можемо побудувати системи для контролю воркфлоу в наших стосунках. Про Temporal IO, як він його інтегрував в екосистему PHP. І про те, як це все працює з Roadrunner. -ом. сам Антон Титов, це CTO і кофаундер компанії Spiral Scout, і він один з мейнтейнерів і авторів фреймворка Spiral та ORM Cycle, Тому. Запрошуємо Антона. У нас ще, до речі, цього року є цікава штука. Ми запитали у наших спікерів, що вони можуть сказати про себе, окрім якихось технічних речей, які ми вже знаємо. І це в нас перший раз, коли ми почуємо якісь інсайти з життя спікерів. Лимон, дякую. І щоб ви знали, в Антона є дві собаки, тому він, мабуть, собачник. Десь Біля обіду він забуває про те, що він з'їв на сніданок, але він може не думаючи намалювати архітектуру будь-якого складного застосунку або девайсу. І Антон займається електронікою а, і тому робить а, автоматизації для своєї квартири по фану. А ще цікавиться 3D-моделюванням, друком на 3D-принтері. І... А, Шкарпетки выбирают Антона, а не Антон Шкарпетки. Тому запрашиваем Антона. Антон, привет. Передаю тебе Видаю. слово. Привет. Слышно меня, да? Раз-раз. Э -э Антон. Как меня слышно? Отлично. Всем привет. Привет. А еще раз э, хочу представиться. Антон Стоф, э, технический директор компании Spiral Scout. Э, Занимаюсь разработкой уже достаточно длительное время. И мои основные стейки — это PHP и Golang. Э, по совместительству я также автор нескольких open-source проектов, э, в частности, Spiral, Radrunner, CycleRAM и вот э, Temporal SDK, о котором сегодня пойдет речь. Э, помимо этого, я хотел бы рассказать про... Э, что такое оркестрация бизнес-процесса, вообще, что такое workflow а, в понимании разработчика, как вы можете писать или зачем эм, и в чем сложности написания отказоустойчивого масштабируемого кода, в частности, используя а, движки Reworkflow. А, немного расскажу про устройство такой системы, как Temporal.io. Это mit лицензированно, то есть бесплатно для вашего использования а, движок для управления и оркестрации бизнес-процессов. Расскажу, как мы его интегрировали в PHP. Ну и в качестве такого а, небольшого прикола покажу, как сделать а, настоящий слип в PHP на 30 дней и продолжить процесс а, без потери данных. Наверное, чтобы начать, чтобы было проще, разберем такой небольшой use case, конкретно попробуем заказать пиццу. Представляем потенциальную ситуацию, мы устроились работать с компанией, эта компания занимается продажей доставкой пиццы, и какой-то момент времени к нам приходит директор, говорит, вот тебе диаграммка, мы хотим построить систему, которая вот нам это дело все автоматизирует, чтобы клиенты нажимали кнопочку, а в итоге получали пиццу до своих дверей. Мы, в принципе, понимаем, что у нас есть требования по масштабированию, требования по а, какому-то модификации системы в будущем, поэтому мы сразу можем заложить систему, например, на очередях, чтобы балансировать нагрузку между микросервисами и, например, а, какую-то базу либо Redis а, для того, чтобы держать текущий стейт. А, первое, наверное, что мы сделаем для наших пользователей, мы сделаем интеграцию какую нибудь существующую систему доставки еды, Яндекс либо Убер, а, неважно, а, просто пошлем а, в отдельные джоб-таски им IP запрос, получим трекинг код, отправим по клиенту, и в принципе, все счастливы, все довольны. Скорее всего, через какое-то время нас попросят добавить дополнительную модификацию. Например, мы хотим видеть, на в каком состоянии находится заказ, если он находится на кухне. То есть отправили его в печку, либо уже достали и передали до доставки. Это, в принципе, тоже делается несложно. Мы создаем отдельные какие-то Q-таски. Они посылают информацию, например, по API какому-то терминалу либо компьютеру на нашей кухне. Ну и мы просим поваров нажимать кнопочку, подтверждая, что заказ был принят. Вполне вероятна ситуация, что, например, наш основной сервис доставки кажется слишком дорогим, и нас попросят интегрировать еще один сервис, который работает только в отдельном, предположим, регионе либо городе. Это окей, как бы наша система достаточно гибкая, у нас есть и рейсы, и очереди, добавим еще один хендлер, мы не будем выпиливать предыдущие API, мы просто добавим еще одно на стороне. Правда, у него кажется, такая проблема, что общается оно уже не скорее по API, а по веб-хукам, ну, ничего страшного. Мы создадим отдельную API-точку, что-нибудь к ней пришиманим, и вроде получаем рабочую систему. Что мы не знали, мы не знали, что у нас есть наш, наши коллеги, они сидят в другой комнате, и все это время они писали свой сервис доставки со своим API для того, чтобы как бы, сэкономить наши расходы на обслуживание системы. Ну окей, у нас все также есть гибкие очереди, мы в них добавим очередной хендлер. Подключим этот сервис для определенных регионов и, в принципе, оно все должно работать. Ну, как работать? Но иногда отваливается, иногда оно зависает намертво, поэтому, опять же, ничего страшного. Мы добавим какую-нибудь крон-жобу и добавим дополнительно, например, кью задачи, которые будут проверять, что сервис не отвалился и получили от него результат. Ничего проблематичного, такое бывает. К сожалению, происходят другие ситуации в реальной жизни, например, повар вышел покурить, за ним захлопнулась дверь, в итоге заказ остался висеть на кухне и никто его не принимает, тоже ничего страшного, добавим тайм-аут, например, на 15 минут, и если пицца не была переведена в статус принято и готовится, то, например, пошлем письмо менеджеру, чтобы он вышел и нашел нашего повара. Также, возможно, обратная ситуация. Пиццу положили в печку, достали, отправили доставки, а кнопочку о передаче забыли нажать. Делаем аналогичную ситуацию, ловим тайм-аут и, в принципе, таким вот образом обходим данную проблему человеческого фактора. Еще, скорее всего, нас попросят добавить возможность отменить заказ. Это все-таки реальный мир. Но отменять заказ доставки мы уже не можем, ведь мы его уже приготовили и уже везем. Поэтому что же мы будем делать? Ну, наверное, добавим какое-нибудь какое, -нибудь, какое -нибудь условие непосредственно перед принятием заказа и попробуем его отменить только в этот момент. В итоге то, что мы получили, мы получили бизнес-процесс или workflow на английском, занимающийся обслуживанием доставки и приготовления пиццы. Сам же процесс занимает, называется оркестрацией, и он связывает наши сервисы отдельные, отдельных людей в такой вот общий процесс. К сожалению, как вы можете видеть, в нашем случае получилось, что мы склеили очень много бизнес-логики и очень много инфраструктуры логики, в частности, тайм-аут, ретрай, колбеки, то есть все это проросло в наш доменный код, и в итоге система выглядит, ну, скажем так, не очень красиво, но работать будет. С большой вероятностью вы столкнетесь с большим количеством проблем, связанных не только с обслуживанием конкретных доменных проблем, но и также, например, когда система может полностью зависнуть или ивенты потеряются. Как это избежать, я расскажу чуть-чуть подальше. Давайте немножко поговорим про теоретическую часть workflow систем. Вообще, что же такое workflow в классическом понимании и что из него можно приготовить. Uh, ну, наверное, workflow uh, очень часто вы могли видеть на картинках. Оно рисуется вот uh, в виде такой диаграммы, иногда это в виде блок-диаграммы. Uh, но workflow, просто, простейшее описание, это программа, которая просто определяет последовательность действий. То есть подойти к дому, открыть дверь, подняться на этаж, uh, я не знаю, приготовить пиццу. Uh, это, в принципе, простейший workflow, то есть описывающий, uh, что же мы должны делать. В практическом мире, в мире, где мы пишем программы под наших клиентов, либо под большие задачи. Мы бы хотели, чтобы workflow имел определенное свойство, в частности, чтобы его координационная логика, то есть какие шаги мы будем выполнять, описывала достаточно просто. В идеале вот такой вот картинкой. То есть если мы будем это описывать в нашем коде, размазывая по 15 Q-хендлерам, 25 API, это будет не очень просто обслуживать. И в целом как бы будет очень сложно модифицировать данный workflow под какие-то отдельные нужды. Также стоит обязательно помнить, что а, все workflow в реальном мире, либо бизнес-процессы, они очень сильно растянуты, и они обязаны реагировать на внешние события. То есть клиент может позвонить, сказать, что я хочу отменить заказ, или я хочу добавить пару перчиков. А это, в принципе, изменение процесса приготовления. То есть мы должны в определенный момент а, какое-то состояние, например... А, ингредиентов пиццы немного изменить. Время здесь тоже очень влияет серьезно на весь процесс, потому что если в онлайн у нас есть запрос в базу данных, занимающий 20 миллисекунд, и это как бы нормально, а в реальном мире у нас весь процесс может занимать минут 40, час, даже неделю, месяц. Это, в принципе, нормальная ситуация, и ее необходимо учитывать при разработке таких систем. Uh, есть очень два важных uh, свойства workflow реальных workflow в, при разработке – это наблюдаемое состояние и устойчивое состояние. Uh, устойчивое состояние uh, говорит нам о том, что если наша система умерла, она отвалилась, uh, не знаю, сервер сгорел, мы больше сильно хотели, чтобы при перезагрузке нашей системы она продолжила работать с момента остановки, потому что в противном случае придется ручками искать все упавшие workflow и очень долго восстанавливать состояние системы. Наблюдаемое состояние ⁇ это возможность понять... Что же происходит внутри нашего workflow? Ведь мы не хотим сделать заказ пиццы и потом гадать, приедет он к нам через 45 минут, либо не приедет. В данном случае мы хотим понимать, в каком, в каком месте находится наш процесс, то есть на кухне, либо уже доставляется. Мы хотим понимать, когда он закончится и какой наш результат. То есть, например, успешная доставка. Ну а в реальных задачах мы также хотим иметь очень хороший аудит-лог, чтобы понимать, что же пошло не так и как как это можно в будущем оптимизировать. Например, мы увидим, что а, в нашем случае доставка занимает 70% всего заказа, и, возможно, имеет смысл подобрать а, более грамотного провайдера. Отказоустойчивость, ну, либо часть устойчивого состояния, это очень широкий топик для обсуждения, но его можно сформировать, наверное, несколькими пунктами. Для начала, поскольку мы работаем с реальным миром, ожидать, что все будет работать идеально, невозможно. То есть всегда что-то будет отваливаться, падать, зависать. Поэтому в наших системах, в системах, которые мы хотим разработать с уровнем отказоустойчивости, мы должны иметь определенные примитивы. В частности, это тайм-ауты, ну, и ретрай, повторные попытки. То есть это что-то зависло, не ответило нам в течение получаса. Давайте попробуем еще раз до того момента, пока система, ну, не начнет вести себя корректно. Опять же, это аудит логи, но в данном случае аудит логи могут понять тоже, где что зависало, как мы это можем оптимизировать. Но, наверное, самое важное свойство отказоустойчивой системы – это возможность не терять ошибки. Было бы очень неприятно, если бы нам позвонил клиент, сказал, что мне пицца не приехала, мы открываем workflow, и как-то вроде все нормально, он просто не работает. Что произошло, нам непонятно. Поэтому системы, которые целятся на отказоустойчивость, они не обязательно не будут иметь ошибок, но в данных системах обязательно все эти ошибки всплывут в ваш код, дадут вам возможность их перехватить, обработать, ну и, соответственно, сделать какую-то компенсацию. Где же, в принципе, workflow применяются? На самом деле почти везде. Во всех крупных процессах и реального мира, и нереального мира вы можете встретить workflow системы. Наверное, простейший пример всем знакомым это CI-CD. Вот эти вот YAML файлики, описывающие шаги по разворачиванию. Это, в принципе, workflow. Он запускается, возможно, на одной машине, но это все равно такой процесс настройки deploy, например. Обязательно, точнее, не обязательно, но часто применяется в чекаутах, финансовых операциях, где вам реально нужно гарантировать, что операция выполнится, либо вы получите четкую ошибку. В логистике, инвентаризации, если вы делаете какую-то масштабную обработку файлов, например, видео в распределенной манере по алгоритму, например, MapReduce, вы распределите файл на много серверов, а потом склеите все это дело вместе. Это тоже, в принципе, workflow. Если вы начнете видеть workflow-паттерн один раз, то уже будет очень сложно остановиться, потому что в реальных задачах, в реальном мире очень-очень много, где можно как бы, применить этот паттерн для того, чтобы гарантировать durability вашей системы. Окей, мы понимаем, что такое теоретические основы workflow. У нас есть пример. Как же его можно реализовать в вашем проекте? Ну, наверное, самый простой наивный пример, это вот тот, что мы разобрали в самом начале, это напишем это ручками, используя комбинацию баз данных, очередей для балансировки нагрузки. В базах данных мы будем хранить стейт нашего процесса, в очередях непосредственные задачи и как-то их балансировать такое сделать можно, и многие из вас наверняка писали похожие системы, но, как обычно, здесь нет единого рецепта. Система будет написана с большим количеством in-house кода, и с большой вероятностью вы будете сталкиваться с проблемами на масштабах, в частности, с гарантией транзакционности вашей системы. Я покажу чуть более конкретный пример, разберу, когда мы будем смотреть на устройство Temporal. Можем пойти в более серьезное направление, использовать что-то вроде Kafka. Она отлично масштабируется. Это event-driven система. Фактически мы получаем аудит-лог из коробки, потому что все наши действия они будут записаны непосредственно в, в хранилище. Но, опять же, здесь не существует общего рецепта. И как вы напишете эту систему, ну, зависит чисто от вас. У вас может быть координация распределенная по различным сервисам, то есть выполняя какую-то задачу мы ставим следующую задачу. Возможно, у вас будет какой-то общий координатор, который будет читать все стримы принимать решение, что же ему делать дальше. Если вы очень ленивы, то вполне можете попробовать использовать уже готовое решение. А, такие вот декларативные системы, они могут быть они могут конфигурироваться как используя JSON, например, Netflix Conductor. А, многие из них конфигурируются используя визуальные редакторы, Apache, Airflow, комунда Есть такое решение от Amazon, Step Function. А, в принципе, систем таких много, они все друг другом конкурируют. И вот, наверное, самые дорогие продукты на рынке, iPass, они все в своем составе имеют вот такой вот визуальный билдер. Однако у декларативных систем, либо систем на графах, направленных графах, есть очень много ограничений. В частности, поскольку они декларативные, то, соответственно, все ваши возможности маппинга серьезно ограничены. То есть вы можете менять структуру данных только в контексте того, что вам предоставляет система. У вас нет общего стандарта, потому что ну, все системы разные, везде есть свой DSL, и как бы вам необходимо будет его выучить а, до интеграции в вашу систему. Но, а, в принципе, это валидный use case, когда вам нужно запустить workflow какой-то и вы не хотите тратить много времени а, на разработку. Наверное, какой-то мелкий проект его будет втягивать тяжело, но вот если у вас много процессов, и вы хотите настраивать их с помощью бизнес-аналитиков, это, в принципе, а, реальный use case. В нашем случае мы пишем очень много систем, ориентированных на реальный мир, связанные с автоматизацией реальных бизнес-процессов, поэтому для нас выбор workflow-движка стоял очень остро, то есть нам не хотелось его писать каждый раз руками, это необходимо было изучать миллионы кейсов, и оно бы получалось очень негибко для переноса на другие проекты. Нам также не очень хотелось брать готовые DSL-движки, потому что многие из use cases покрывались очень плохо. Мы, как бы, в случае с графом, у нас нет возможности, например, менять выполнение по ходу дела, как-то плюс-минус более императивно, поэтому какая-нибудь динамическая обработка файлов сразу отпадала. Везде требуется DSL, поэтому это дополнительная нагрузка на разработчиков. Необходимо его изучать, понимать, как он работает и какие у него есть ограничения. Вот посмотрев на, на все, что есть на рынке, почти на все, у нас такой начался небольшая депрессия, потому что вот инструмент очень нужный, очень важный, а найти ничего подходящего у нас не получается. И вот в один прекрасный день мы нашли такой продукт от компании Uber, он назывался Cadence. Это движок, написанный на языке Golang, он используется для оркестрации бизнес-процесса почти всех финансовых операций в компании Uber, ну и, в принципе, в очень большом количестве других компаний. Он не требует DSL, у него есть одна уникальная особенность. В частности, вы можете описывать workflow, либо процесс оркестрации непосредственно кодом, вот простейшим привычным вам кодом. В их случае это был 2, D, 2 SDK на языке Golang и на языке Java. Плюс, как бы, система хорошо масштабируется, то есть мы все знаем Uber, это очень большая компания, у них очень много регионов, и как бы это давало нам определенную уверенность в том, что у нас не будет проблем с масштабированием. Чуть позже мы узнали, что Uber Cadence был форкнут его же авторами. Они вычлили Всю эту разработку в отдельную компанию назвали это дело Temporal, починили кучу багов, закрыли огромное количество тех долга, и все это дело лицензировано под MIT лицензией. Поэтому ну, никому платить не надо, никакого серьезного вендерлока здесь тоже нет. Мы можем использовать их облако, можем развернуть систему самостоятельно. В качестве бонуса оказалось, что авторы почти все бывшие русские, с ними было очень удобно общаться, и в принципе для нас они сделали доступ в внутренний API. Системы, что очень серьезно ускорило процесс интеграции. Для начала я расскажу немножко про Temporal и, в принципе, как он решает а, проблему durability и оркестрации. А, чтобы понимать, а, что это такое, ну, давайте немножко посмотрим на историю их авторов. А, один из авторов системы Temporal Максим а, он стоял у истоков системы Amazon. Они разрабатывали внутреннюю систему SQS, SNS, SWF. Поэтому если вы пользуетесь AWS, с большой вероятностью вы пользуетесь разработками данного человека. Второй из разработчиков, Samar, он делал, в принципе, то же самое в системе Azure. Это система Durable Functions и Service Bus. Поэтому если вы пишете на .NET стеке, ну, вряд ли вы, мы все php то, скорее всего, вы тоже сталкивались с инструментами данного человека. Чуть позже они оба оказались в Uber, написали несколько внутренних систем, в частности Cadence, ну а позже форкнули его и сделали отдельную компанию. То есть, в принципе, можно сказать, что Temporal IO это очень-очень ну, много лет RD и попыток систему реализовать чуть ранее. Вот в итоге ну, в такой вот интересный продукт. Пользуются этим поролом огромное количество компаний, можно посмотреть у них на сайте Testimonials, но в частности это Uber, Box, Checker и, возможно, кто-то из вас знакомый с такой компанией, как HashiCorp. Это, они делают инструменты для инфраструктурного обслуживания, Vault, Console. Вот они, в частности, тоже используют порол под капотом в своих системах. Чтобы понять, как Temporal решает проблему durability и data consistency, давайте, наверное, вернемся на шаг назад и вот посмотрим на эту картинку workflow, опять же, описывающую поведение каких-то вот шагов. В нашем случае мы имеем две задачи, это task 1 и task 2, и мы имеем workflow definition, грубо говоря, вот такую вот маленькую программку, которая говорит нам, что же нам делать дальше. То есть она, в принципе, не делает какой-то полезный payload, а просто вот принимает решение, куда же нам Двигаться под капотом Темпорал, движок Темпорала, он общается с нашим workflow definition, то есть с нашей программой, описывающей все шаги, забирает от нее, что же программа хочет выполнить, например, execute task 1, как на экране, и после чего координирует эту задачу уже непосредственно с task handler. Task handler может быть на той же самой машине, в том же worker, а может быть на другой машине, либо в другом дата-центре. на самом деле под капотом шагов гораздо больше, и то, что для нас выглядит как, окей, мы хотим выполнить одну задачу, на практике мы эту задачу забираем мы ее сохраняем в стейте базы данных, мы после чего отправляем ее по систему очередей, поскольку нам все так же нужно балансировать нагрузку с учетом шардинга, партишенов. И дополнительно мы также записываем маркер в систему таймеров, чтобы в случае, если задача не была выполнена в определенное время или очень долго выполнялась, мы получили тайм-аут и могли сделать систем рекавери. То есть фактически, когда мы выполняем одну задачу, вот посмотрим на этот экран. Activity task или какую-то полезную нагрузку. Под капотом происходит на самом деле много дополнительных действий. То есть мы записываем ее и в state базы данных, и шедулим ее в очередь, и записываем в таймер, после чего мы ожидаем результаты. И вот Результат уже доставляем обратно внутрь workflow. Это видно на правой стороне. То есть, с точки зрения разработчика, мы просто хотим выполнить задачу, либо принять решение. Под капотом же нам необходимо сделать много шагов туда и обратно, чтобы это все дело а, а, скоординировать нашей системы. И вроде как все выглядит просто, ну что у нас тут? Просто какая-то программа, которая ставит задачи, и другая программа эти задачи координирует. Но на самом деле все не так просто. Существует одна и, по сути, наверное, сама огромная проблема в работе с workflow-системами, а это именно транзакционность данных, либо консистентность нашей системы. Вот если мы посмотрим на эту картинку, мы можем видеть, что с точки зрения вот нашего workflow мы просим просто выполнить, не знаю, задачу, поставить на нее таймер и ожидаем результата. Однако постановка этой задачи на самом деле она общается с несколькими системами. Это система нашей базы данных, система очередей, система по системе таймеров. И возникает проблема, как же нам гарантировать, что все данные попадут в этих подсистемах э, консистентно. Ну окей, давайте попробуем простейший вариант. Мы откроем транзакцию, внутри этой транзакции мы запишем данные в нашу очередь, в базу и закроем транзакцию. Что может случиться? Задача попадет в нашу очередь, но не попадет в базу данных, потому что, ну, например, network какой-то еще. И в итоге наша задача будет лететь по системе, но не иметь стейта внутри персист хранилища. Окей, мы все потеряли, все сломалось. Попробуем наоборот, попробуем сначала записать ее в базу, сделать комит и потом в очередь. Если сейчас у нас отвалится запись в очередь, ну в таком случае у нас будет обновленный стейт в базе данных, но задача никогда не будет выполнена, то есть вся наша система намертво зависнет. Эта проблема очень серьезная и на больших масштабах она будет выплывать очень часто и создавать такие очень неприятные edge-кейсы, которые при написании своих систем будут ну, очень сильно ломать вам жизнь. Классически такая проблема решается, используя двухфазные комиты. Мы создаем какой-то общий координатор, который убеждает, что оно достигло обоих точек, обоих подсистем, либо еще большего количества подсистем. Но если кто-нибудь сталкивался с двухфазными комитами на практике, ну, скажем так, они очень похожи на регулярные выражения. Если вы решаете проблему с помощью двухфазного комита, у вас уже две проблемы. И, к сожалению, техническая сложность реализации ну, не очень не очень простая. Team же решает данную проблему, на самом деле, очень элегантно и просто. Многие из вас, возможно, знакомы с этим, с этим паттерном. Он называется Transactional Outbox, либо ящик исходящих. Данный паттерн занимается тем, что вместо того, чтобы записывать данные непосредственно в несколько подсистем и пытаться их скоординировать, мы сначала пишем данные только как бы в, один persist, в один Persist Storage, конкретно в нашу базу данных. Мы записываем в нее как наш стейт. Так и одновременно в Outbox таблицу мы пишем какой-то набор действий. Например ставить на выполнение какую-то будущую задачу. После чего уже внутри маленьких транзакций в фоне мы эти задачи вычитываем и распространяем на месседж брокеры на таймеры, на все остальные подсистемы. У, данной, у данного подхода есть небольшой минус. Он создает небольшую задержку, там, в пределах миллисекунд. Но, с другой стороны, он гарантирует нам at least once. То есть, даже если нам необходимо записать в 5 разных подсистем, мы всегда будем уверены, что данные там оказались. Ну, либо у нас будет повторная попытка, чтобы их доставить. В итоге мы получаем систему, которая, по сути, гарантирует нам аудит лог, либо атомарную историю на уровне нашего персист-хранилища, то есть нашей базы данных. Соответственно, вся консистентность, весь ассет, он ложится на плечи непосредственно, ну, например, Postgres, Cassandra, либо MySQL, либо что вы собираетесь использовать в качестве хранилища. поскольку у нас есть история, мы в любой момент времени можем понять, где же что-то отворилось, и с этого момента мы можем восстановить поведение нашего workflow. Под капотом Temporal выглядит как очень такая сложная система, то есть там есть набор подсистем, которые хранят непосредственно историю, либо state, матчинг по системе, это очередь реализованная внутри Temporal, набор фронтендов, воркеров, также есть дополнительный бридж в Elastic Poise, который позволяет вам материализовывать ваши данные для более удобного поиска. Temporal может работать с разными хранилищами, то есть, если у вас уже есть готовая база по SQL, вы можете просто навернуть кластер на нее. Все ваши workflow и activity, то есть выполняемые задачи, находятся вне кластера Temporal и просто обмениваются с центральным сервером задачей по координации. Если вам мало одного сервера и у вас очень большое приложение, вы можете сделать мультикластер сетап. Я, наверное, не буду сюда вдаваться в подробности. Это большой топик и стоит, наверное, пообщаться с авторами в их слаке, если вам это очень интересно. В качестве бонуса Temporal предоставляет UI. Он очень удобен для дебага процесса. Вы можете посмотреть всю историю выполнения ваших задач, что же зависло, что куда было отправлено и какие результаты мы получили. Ну, наверное, давайте перейдем к самой интересной части с точки зрения PHP конференции. Как же мы это дело можем интегрировать в PHP? Что же у нас было? Для того, чтобы сделать интеграцию, мы пообщались с авторами Temporal и получили доступ во внутренние API Temporal Golang SDK. У нас есть такой интересный продукт, называется Runner. Это application server для PHP, написанный на Golang. Поэтому как бы сама жизнь нас связала, мы получили возможность сделать интеграцию достаточно быстро, ну, всего лишь за полгода, используя готовые инструменты. И также мы обошли огромное количество ручной работы, если бы мы это дело реализовывали с нуля. Сами workflow мы написали на React PHP Promises. Это дало нам возможность координировать логику асинхронно. Я покажу пример чуть позже. Ну и реализовывать очень сложные edge-кейсы вроде корутин, нескольких задач параллельно и тому подобному. Общение с воркерами сделано уже через протокол Gorge и payload упаковываются в protobuf. Архитектура это выглядит примерно вот так: то есть, все, в принципе, очень просто. У нас есть temporal сервер, он общается с Temporal Worker, который запущен внутри процесса процесса. Далее, через Mapping слой данные отправляются в worker pool, конвертируются в нужный формат и уже общаются с вашими PHP-воркерами. Есть полная поддержка Hot Reload, есть возможность балансировать нагрузку между несколькими воркерами либо несколькими машин. Ну, а все workflow, как я сказал, управляются внутри асинхронного PHP-процесса, то есть мы достаточно серьезно экономим память, упаковываем множество из них в один скрипт. Интересной особенностью является то, что Temporal просто координирует данные, поэтому на стороне нашего приложения мы можем их шифровать. В итоге как бы сам Temporal Кластер, в принципе, никогда не увидит, что же мы конкретно делаем, мы просто будем общаться с ним какими-то зашифрованными пакетами. С точки зрения разработчика система делится на два основных, скажем так куска логики. Первый – это activity, либо ваша задача. Это, в принципе, обыкновенный блокирующий PHP-код. Чтобы его добавить в приложение, мы просто вешаем атрибут, вот activity интерфейс. Мы его можем добавить как на интерфейс, и после чего его имплементировать, так и на какой-то класс. Внутри этих методов мы можем использовать ну, что угодно. Это может быть доктрина, обработка файлов, общение с S3. То есть это, в принципе, чистейший воды доменный код, который вы пишете, ну, как вы захотите. Из плюсов можно отметить то, что Activity можно писать не только на PHP, но и на Golang, и на Java, в принципе, на любом из поддерживаемых языков. Вы можете вызывать все эти Activity из любого SDK. То есть я могу из SDK на Java написать workflow, который будет общаться с кодом на PHP. Вторая часть системы, вот она уже чуть более сложная, это непосредственно Workflow, то есть система, которая координирует ваши действия. Workflow выглядит как обычный, обыкновенный класс, тоже с атрибутом, и уже непосредственно внутри этого класса находится сама координирующая логика. Я сейчас ее увеличу. Вот как она выглядит. То есть мы используем yield для того, чтобы вызвать какую-то операцию, а вот первая строчка workflow new activity stop просто дает нам такую заготовку для общения с нашей activity. Мы специально сделали таким образом, что IDE будет давать вам подсказки. То есть если мы сделаем new activity stop на вот этом интерфейсе, описанном ранее, вот вам IDE будет подсказывать все доступные методы say high, say bye. Особенность данного кода заключается в том, что он должен быть всегда детерминированным, то есть это код, который выполняется абсолютно одинаково в зависимости от входящих условий. Соответственно, внутри него нельзя использовать sleep, нельзя использовать I.O. операции, какие-то рандомные операции. Для этого есть специальные функции. Но в качестве бонуса, почему такое ограничение существует, этот код является отказоустойчивым. Как же он отказоустойчивый? Вот вроде как мы запустили наш workflow, мы создали наш activity Stap, вызвали high activity sake high, и вот полетела задачка на другой сервер, чтобы выполнить вот данный activity код. В этот момент приходит уборщица, достает вилку из розетки, и все, наш сервер завис, отвалился. Что произойдет дальше? Поскольку внутри Temporal хранится вся история действий, то есть в частности, что мы поставили Activity на выполнение, мы получили Activity результат, то temporal просто-напросто на другой машине, либо когда ваш воркер восстановится вот после ухода уборщицы, он просто запустит Workflow заново и начнет делать ему реплей. То есть он скажет Workflow: вот те входящие параметры, что мне делать дальше. Workflow постарается сделать activity х еще раз, но в этот раз, вместо выполнения данных, данного действия, мы просто возьмем результат, уже готовый из нашей истории и просто вернем его обратно. Таким образом, для вас, как для разработчика, вы в принципе вообще не паритесь о том, что код упал не бы не упал все это делает система прозрачно для вас то есть даже если между вот активите первый и второй произойдет пол полдня либо неделя все равно код а, закончит выполнение а, ну давайте наверное сделаем небольшой обзор что же еще у нас есть а, в php sdk с точки зрения workflow Первое, что мы можем делать, естественно, поскольку это асинхронный PHP, но мы можем вызывать задачи синхронно. В данном случае мы поставили на выполнение задачи grid hello и buy, после чего просто заблочились, то есть ожидаем результат на задаче hello, в это время buy будет тоже выполняться. Альтернативы мы можем использовать конструкции из React PHP, в частности, промисы, например, подождать первый доступный результат. Uh, у нас есть карутины. В частности, вы можете создавать какую-то вложенную функцию, в ней тоже выполнять activity, либо другие вложенные карутины. Uh, вот создав эту функцию, мы можем сделать что-то другое в основном потоке. А когда мы собираемся получать результат, мы просто делаем yield uh, на данную карутину. Uh, очень удобно, если вам нужно сделать какой-то вот, фоновый процесс, либо несколько параллельных потоков обработки. Uh, у вас есть таймеры. Uh, таймеры позволяют вам засыпать внутри вашего workflow uh, на время, что вы укажете, причем период здесь не ограничен, вы можете сделать таймер, например, на месяц, это в принципе допустимо. Что произойдет? Temporal увидит, что ваш workflow спит, он ну, ничего в ближайший месяц не сделал, он просто выгрузит его из памяти, и вот когда уже таймер сработает, workflow ваш восстановится, сделает реплей и окажется в той самой точке вот после выполнения таймера. Это очень удобно для агрегации данных, для какого-то полинга, либо, например, каких-то периодических рассылок. Мы просто пишем код, send well welcome email, sleep месяц, send reminder email. И мы получили с вами рассылку в промежутком месяц. Есть возможность каскадной отмены задач, либо курутин, либо непосредственно самих промисов. Это очень важно, если вы выполняете большое количество действий и вы хотите, ну, вы получили, например, от пользователя задачу на вот стоп, я не хочу процесс продолжать. В таком случае вы можете просто вызвать метод cancel на курутине и все задачи, что уже были посланы, ну, они уже закончатся, а вот новые будут, не будут отправлены в очередь и не будут выполняться. Интересной и очень важной и очень, наверное, мощной частью Temporal является система сигналов. А сигналы это, по сути, просто метод внутридавшего Workflow-кода, который вы можете вызывать извне, прямо вот через вот, PHP-шный код. Он позволяет вам общаться с Workflow и его состоянием наживую, то есть в рантайме, например, послать какие-то дополнительные данные. Это очень удобно, если вы делаете какие-то агрегационные системы, либо, например, хотите добавить кредитов в workflow подписки. Просто вызываем метод, и вот эти данные оказываются внутри workflow с eventual consistency гарантии. Вот пример workflow. Он, наверное, немножко сложноватый, но в данном случае что мы делаем? Мы запускаем бесконечный цикл. Так можно. Внутри этого бесконечного цикла мы просто делаем yield await. То есть мы ждем пока функция внутри await станет true. И в этой функции мы проверяем, что мы получили новое input значение, либо сигнал на exit. И по ходу дела, пока наш input не пустой, мы будем что-нибудь что, -то, что с ним делать, то есть его обрабатывать. Это удобно, когда мы, например, ждем какого-то input от пользователя по ходу дела, по ходу выполнения вашей задачи. Естественно, у нас есть не только сигналы, есть еще методы на чтение. Работают они примерно точно так же. То есть мы вешаем атрибут, например, query метод, и после чего мы можем читать любую переменную либо property нашего workflow класса, прямо вызывая их даже из интерфейса. Вот в данном случае у нас есть workflow, который запускает и ставит message hello, после чего он засыпает на 20 секунд и после чего меняет message на buy. Если мы сделаем query во время работы этого workflow, то оно по ходу дела изменится. Можно посылать запросы уже workflow готовым, то есть выполненным. Соответственно, можно читать, например, их финальный стейт уже после выполнения. В качестве альтернативы есть специальная API, которая позволит вам материализовывать данные workflow в Elasticsearch или MySQL. То есть по ходу выполнения мы можем сказать, что вот теперь вот к этому workflow, например, прикреплено 5 кредитов, и в будущем мы можем прямо в поиске найти все workflow с 5 кредитами. Мы также можем делать бесконечный workflow. Это, наверное, мой самый любимый пример. В частности, что нам позволяет делать temporal и возможность SDK, это вместо того, чтобы делать один большой крантап на всех пользователей, мы сделаем просто один крон на одного пользователя. В данном случае это пример реального рабочего workflow, ну, тестового, но все равно рабочего, который реализует подписку для наших пользователей. Если кто-то делал подписки руками, он помнит, что необходимо использовать очереди для рассылки, крантабы, выборки из базы данных, какие-то локи. Все это здесь реализуется тремя строчками. В частности, мы опять же посылаем на первой строчке welcome email, добро пожаловать, после чего мы запускаем вечный цикл, и внутри этого вечного цикла мы просто засыпаем на 30 дней. Через 30 дней мы выполняем, например, списание средств с аккаунта, то посылаем уведомления, ну а в случае, если пользователь сказал, что я хочу отменить свою подписку, мы получаем cancel failure а, и реализуем процесс компенсации, то есть заканчиваем подписку и посылаем какой-то финальный email. Вот на вашем экране находится, в принципе, рабочая система подписки, но ну, на одного отдельного пользователя. Здесь можно реализовывать trial периоды, можно реализовать паузы, какие-то дополнительные кредиты, это все пишется достаточно просто. В случае, если ваш код падает, а он будет падать, естественно, Temporal, наша, точнее, SDK реализует достаточно крупную по систему обработки ошибок. В частности, вы получите полноценный стек трейс, его можно ловить try catch, вы можете понять, что это был тайм-аут, либо ошибка вашего кода. Что интересно, вы получите полный стек trace все ваши ошибки, то есть полный до линии. И если вы, например, используете другие SDK, вы тоже увидите ошибку в их коде. То есть, например, у вас может быть workflow, который вызывает другой workflow на Java, который вызывает код uh, на Golang, этот код падает, и вот вы в PHP увидите весь, или в Java вы увидите весь stack trace uh, со всех SDK uh, и всех микросервисов вашего проекта. Очень удобно для дебага. Естественно, поскольку у вас есть try-catch и гарантия выполнения операции, либо получения ошибки, мы можем реализовывать саги. Саги в нашем SDK — это просто helper. Там в нем находится, наверное, 100 строчек кода. Вы можете написать свой helper. Что он позволяет нам делать? Ну, мы просто выполняем задачу. Например, классический пример саги — это резервируем машину, резервируем отель, и после чего резервируем, например, самолет. И в случае ошибки мы просто выполняем набор операции, которые были добавлены вот в Saga Add Compensation. Все очень просто, их можно выполнять асинхронно, не асинхронно, либо, как я сказал, написать свой, свой helper как под свои конкретные задачи. В принципе, SDK очень легко расширяется. Что же дальше? Что же дальше с точки зрения SDK? Мы хотим в следующей версии реализовать тестовые фреймворки Activity моки для Temporal. На текущий момент тестирование можно проводить, используя интеграционные тесты, ну, либо юнит-тесты для ваших Activity. Это окей, но это не позволяет тестировать определенный класс задач, поэтому необходимо реализовать такую тестовую систему. Хотим реализовать динамический роутинг задач, чтобы сделать более простую интеграцию в разные фреймворки локальной активити для каких-то мелких задач. Ну и плюс система на текущий момент ведет себя очень неплохо под нагрузками, но хочется оптимизировать пару узких мест. Хотим добавить больше примеров интеграции, хотим, чтобы в следующей версии нашего фреймворка он, temporal интеграция была доступна из коробки, добавить возможность обработки задач сессионно, либо пакетно. Это очень полезно, когда вам необходимо обработать большой файл на одном сервере, и вот вы можете заставить temporal выполнять все эти задачи только на этой конкретной машине. Ну, а для средств разработок мы бы хотели иметь встроенный сервер temporal, который позволит вам вот локально запускать весь этот процесс, не разворачивая докер-контейнера. В принципе, система разворачивается сейчас не очень сложно, это небольшой докер Compose, но можно сделать еще проще. Если вы хотите попробовать поиграться с Temporal, есть у нас набор ссылок и на примеры, и на какой-то базовый шаблон. Есть достаточно большая обширная документация и есть трехчасовой воркшоп, показывающий, как пользоваться темпорлом, как его дебажить и реализовывать базовые процессы, используя вот данный движок для workflow. Есть дополнительные ссылки и источники, можете посмотреть вводную о архитектуре данной системы непосредственно от авторов, либо почитать про паттерны, используемые при разработке. Большое вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое за доклад. Да, вопросы есть. Тут в чате э, в дискорде присыпало немножко в треке. А если кто еще не успел задать свой вопрос, заходите в Discord. Он доступен э, по ссылке в письме, которое вы получали при покупке билета Full или Swag. Э, и задавайте там свои вопросы. Мы постараемся их успеть озвучить. Э, так, Антон, первый вопрос, который есть, это: э, раскрыть, пожалуйста, есть ли практический опыт работы с какими-то э, BPMN, технологии или кейс, какие которые использовал BPMN. Uh, да, у нас есть опыт работы с Amazon Step Functions, ну, это BPM-ка сверху SWF. Система неплохая, но достаточно сильно ограничена. В нашем случае мы пытаемся обрабатывать uh, файлы на этой системе, и у них просто нет поддержки обработки массивов файлов. То есть вы можете написать процесс, который вызывает несколько лямб функций но что-то более сложное, uh, начинается быть уже ну, не очень удобным. Uh... Окей, но, но при этом, если вот сравнивать его с темпоралом, э, ты хочешь сказать, что в темпорале за счет того, что оно все-таки у тебя все под контролем, ты имеешь больше возможностей для масштабирования и... Э, Amazon, ты... Скажем, да, скажем так, что в Temporal используется императивный подход переразработки, поэтому вы всегда можете перейти в декларативный и сделать BPM-систему сверху. То есть это обыкновенный код, поэтому если вы хотите сделать какой-то свой красивый вот DSL, там на основании JSON, -а, либо визуального редактора, вы просто можете использовать Temporal в качестве движка, а интерфейс уже ваш. А, окей, тут вопрос только что задали, но он действительно актуальный. Как тестировать такой код? Код такой тестируется, как я сказал, сами Activity это просто рабочий код. Он тестируется ну, обыкновенными юнит тестами. Здесь проблем никаких нету. Вы, вы, а, добавьте наклонки, пожалуйста. Workflow уже непосредственно на текущий момент тестируется интеграционно, то есть мы его гоняем. И как мы сказали, в версии 1.1 мы предоставим возможность мокать activity и проверять весь код по работе. То есть на текущий момент это есть интеграционный код, но планируется добавить чуть более юнитовый подход. Окей, но при этом есть вот репозиторий какой-то, в котором можно сейчас посмотреть как примеры тестов писать под этот код, потому что я думаю, что те, кто захотят попробовать. Можно глянуть сэмплы, и есть много примеров тестов в самом SDK. Я не помню, Окей. есть ли сейчас примеры тестов в сэмплах, но в SDK точно есть. Мы просто запускаем workflow и проверяем результаты, проверяем как бы, что же он вызывал, какие что мы получили. То есть это можно из тестов гонять. Понял, спасибо. Тут вопрос такое, что будет со спящими Workflow, если код Workflow поменяется, пока он спал, то есть версионирование. Есть отдельные примитивы на версионирование, но это да, это очень хороший вопрос. Код обязан быть детерминированным, поэтому здесь есть специальная, как бы функция, которая позволяет вам бр делать бренч отдельно на предыдущую версию. Но, естественно, поменять полностью код Workflow между спящими состояниями это. ну, Нельзя, он упадет, потому что будет недетерминированное поведение. Но есть примитив, workflow version, который позволяет там просто вот зафризить кусок workflow для предыдущего состояния. При этом, есть документация… Сам... Извини, что перебил. При этом Temporal сам заботится о том, чтобы между релизами у тебя версии как-то менялись? Как это происходит? Скорее об этом заботится сам SDK. Есть большая документация о том, как делать версионирование Workflow. Можете почитать, вот там написано, как вводить версии и как мигрировать с одного Workflow на другой. То есть это возможно, это не очень тривиальная задача, но возможно. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Что будет, если такой, точнее не так, то есть такой процесс, который мы запустили в Workflow, да, он что, будет месяц висеть, и, и, или это в рамках одного потока будет висеть ожидающие отправки письма через месяц? То есть, вот немножко есть вопрос того, как это в Roadrunner обрабатывается. Процесс будет висеть месяц, если ваш воркер будет месяц жить. Но если воркер остановится, ну, он просто не поднимется. То есть Temporal использует и Roadrunner использует LRU Cache, то есть он из памяти выгружает как бы, спящие процессы. И, соответственно, если у вас наберется много процессов в вашем PHP-воркере, они в память не будут влезать, он просто старые немножко выгрузим. То есть они не обязаны висеть, но могут. Понял. Какие затраты времени или усилий на поддержку такой системы, если э, Workflow меняется вот в этих спящих процессах, то есть про насколько сложно поддерживать этот код, когда ну, у тебя workflow развивается постоянно? Ну, Ставит скажем ли? так, если вы, если вы пишете систему, а, в которой необходимо постоянно менять какие-то бизнес-процессы и Workflow, то вам по как минимум уже сохранит огромное количество времени на реализацию инфраструктурной логики. То есть да, вы будете заниматься проблемой с версионированием Workflow, но сравнить эту проблему с написанием всей этой системы координации, например, руками, и потом версионированием всего этого дела. Это будет еще хуже. Да, я согласен, особенно когда э, есть проблема с версионированием микросервисов, каждый из которых живет на, на своих каких-то. Короче, обрабатывает свои workflow, если они явно не выписаны, как, как это предлагается сделать в Temporal. Действительно, с этим есть очень большие сложности. Uh, так, и, наверное, последний вопрос я успею задать. Uh, человек просит уточнить, какой в итоге flow запуска своих задач? Он предполагает вариант, что temporal имеет свой wild true, который запускают воркеры на Go, на, на Java, на PHP. Они запускают свои listeners со своими wild true, и дальше они как бы в лупе обрабатывают все, что. Uh, Происходит. Если вы делаете, если вы делаете реализацию на Java либо на GoLang плюс-минус так это происходит. Если вы делаете на Roadrunner, Roadrunner сам просто переведет ваш воркер, то есть в случае падения он все это дело переподнимет, ну и валтруб будет уже в вашем php процессе. То есть SDK полностью предоставляет возможность запускать это дело внутри RodRunnerа.